Министерство культуры Азербайджана запустило проект под названием «Культурная молодежь». В рамках проекта студенты из разных вузов страны будут приглашены на мероприятия в 5 культурных центрах столицы. Первым в рамках проекта культурным центром стал Азербайджанский государственный русский драматический театр, где студентам Бакинского государственного университета был представлен спектакль народного артиста Александра Шаровского по известному произведению Мирзафатали Ахунзаде, повесть о Мусе Жардане, ученом-ботанике и дервише Мастале Шахе, знаменитом колдуне. Главной целью проекта является культурное обогащение азербайджанской молодежи. На начальном этапе нашего проекта предусмотрено сотрудничество с Бакинским государственным университетом. В течение последующих 2 месяцев более 300 студентов вуза будут смотреть спектакли и участвовать в различных концертах. Основная цель нашего проекта – направлять культурную жизнь молодежи и стимулировать продвижение молодежи в культуру и искусство. Все участники культурных мероприятий смогут высказать свое мнение, написав статью, которая будет опубликована в газете Министерства культуры.